Здравствуйте, друзья. Сегодня у нас 20 июня. У меня часто путаю. 19-й год. Меня зовут Михаил Рискерев. Вот сейчас мы едем в аэропорт, и вот наши друзья, гости из города Ахтырау, Северный Казахстан, бывший Гурьев, пробовали упаковку 10 дней, и вот они хотят, это Лариса и Георгий, поделиться своими впечатлениями. Ну, рассказывайте, друзья, что вы были, что видели, как вам понравилось, что не понравилось. Пожалуйста. 10 дней позади, и мы нисколько не жалеем, что они в нашей жизни произошли. Очень мы довольны поездкой. Баку мы знаем, любим, бываем здесь периодически. И изменения есть, и только в лучшую сторону. Очень здорово. Мы очень довольны. Практически мы каких-то отрицательных отзывов не можем сказать. Да, Лар? Да. Но все, кто приезжает в Баку, все хвалят. Я это часто. Я всегда говорю, ребята, скажите, что вам все-таки не понравилось. Все-таки есть, наверное, какие-то моменты, которые, может быть, все-таки стоило бы изменить. Единственное, что первые три дня нас отвратительно кормили. Мы были в трех таких ресторанах. Не потому что кормили, потому что места надо было знать. Да, в трех ресторанчиках вроде бы и в интернете они были. Мы так, не просто так. Но пища была малосъедобная. И потом мы нашли, наконец, ресторанчик, и уже питались последние дни. Аричте называется. Аричте. Да. Хорошее место, я знаю. Очень хороший ресторанчик. Недорогой, очень хорошее обслуживание и очень вкусно готовят. Вот так что вот единственное, надо осторожно быть с питанием. Ну да, это надо знать. Я сам многого не знаю. Скажите, а были ли у вас проблемы с общением с русским языком? Были ли места, где вас плохо понимали или вообще не понимали? Нет, были моменты, когда плохо понимали, но, понимаете, это было не то, что с каким-то там к нам пренебрежительным отношением, абсолютно, всегда очень уважительно. Ну, а поскольку я хотела начать с того, что Баку – это все-таки мой родной город, ну, родной город – это всегда воспоминания детства, юности, ну и какие-то запали слова, выражения азербайджанские. То есть, ну, спросить, сколько стоит там цифры какие-то, добрый день, добрый вечер, как пройти. И поэтому мы, в общем-то, затруднения в этом плане не испытывали совершенно. Вот. Я тоже очень довольна нашим очередным пребыванием в Баку. И как-то хотелось посмотреть то, чего мы раньше не видели. Мы не посещали раньше эту смотровую площадку изумительную в Нагорном парке. Потрясающий вид на Flame Towers, на весь город. Здорово, необыкновенно. Вот ждали, когда откроется этот Caspian Waterfront Mall, так им полюбовались, но пока он еще закрыт. Ну ничего. Потом мы посетили Baku Book Center. Очаровательное место. И было так приятно, что там много молодежи. Они интересуются книгами, они листают, что-то читают. Оформлено все изумительно. Ну и, конечно, мы совершили замечательную поездку вот благодаря Михаилу в Габустан. Мы много слышали, читали, мечтали там побывать, думали, получится, не получится. Все получилось, впечатления потрясающие, потому что настолько там и красиво, и интересно, и эта древность в голове не укладывается, сколько лет. Вот. И очень нам понравился дикий пляж в Першагах, потому что сколько я ездила по Апшеронам, никогда я не видела ракушечного пляжа. Это было тоже интересно, мы попали в шторм, это была своя прелесть. Так что такое у нас было немножечко экстремальное купание. Ну и на Шихово тоже неплохо. Как мы не садимся в такси, каждый таксист говорит, ой, Шихово плохой пляж, грязный. И, ну, мы были уже хорошим, таком далеком. Ну а здесь близко, удобно и хорошо. Вот. Ну а город, что говорить. Ну, по крайней мере, центр изумительный, изумительный. И долго бродили по старому городу Чаришахер. А, мы еще были в Чаришахер, мы посетили квартиру, музей Таира Салахова. Замечательная там экспозиция, чудесные картины, девочки милые нам все показали, рассказали. К сожалению, не разрешили ничего сфотографировать на память. Так что, в общем, все замечательно. И знаете еще, что нас поразило? Огромное количество иностранных туристов. Ну, в таких вот центральных туристических местах вот ходят прямо группы. И европейцы, и азиаты, и с таким интересом. Ну, это же хорошо, мне приятно, что мой родной город –
Ну что ж, большое спасибо. Приезжайте еще в Баку. Спасибо вам. Вам спасибо. Приезжайте в Баку, вам здесь понравится. Баку рады гостям.